С нами Арина Слаутина, первая полуфиналистка, вторая полуфиналистка замечательных соревнований Кубок Медного Урала. Вы только что победили Владу Терехову. Я знаю, что иначе для вас складывается не просто в последнее время. Что произошло в этот раз? Вы уверенно 4-1 взяли? Не скажу, что я выиграла очень уверенно. Не знаю, как так получилось, честно. Ну, я, может, настроилась больше. Может, Злата уже более расслабленно ходила. Так до этого она 3 раза подряд меня выигрывала. Ну, получилось, слава богу. Со стороны показалось, что вы поменяли немножко тактический рисунок вот во второй партии. Да, поменяла. В третьей поменяла. Вот второй сет я проиграла. В третьей полностью в корне все изменила. Вот подсказала тренер. Что-то сама додумала, и все, и у нее ошибки посыпались, и я более уверенно себя расслабленно почувствовала, и, наверное, на этом победила. Ну, замечательно. В следующем матче, это уже будет полуфинал, вы будете играть с Елизавет Абрамян, чемпионкой России. С чемпионками всегда настраивается сильно, тем более мы вспомним ваш полуфинал на чемпионате России как раз, и вы вели, и Елизавет тогда, да, могла проиграть, но... Так же, как вы сейчас со Златой, перевернула ситуацию, выиграла. А будет реванш, как вы считаете? Я не знаю, что будет, смотря как кто из нас выйдет, в какой форме, ну не в какой форме, в каком состоянии будет завтра. В конкретном матче, да. Как вообще кто чувствует, почувствует завтра, кто не почувствует. Не знаю, буду бороться до конца и надеюсь на победу. Ну, вы всегда будете. Ничего обещать не буду, но не знаю. Вы молодец, показываете хорошие, зрелые, как я сказала, не по годам тенниса. В общем, удачи вам, чтобы все у вас сложилось. Спасибо большое.